автобус. Очень комфортабельный, хотя, я думаю, по американским меркам это обычный, да, как у нас, Икарус. Водитель, у него Google Maps, пристегивается. В маршруточках у нас не пристегиваются, там даже нечем. Машина впереди едет, пикапчик, то ли Ford, то ли что, сейчас я чуть увеличу. У него такие колеса, как будто он сейчас по бездорожью едет. Но я не знаю, здесь на самом деле сложно найти бездорожье в чертах города. Итак, мы сейчас в банке Wells Fargo, оформили счетик. Да, и на удивление нам дали вот такие коробочки. Party Potters. Бокс ланч. Сейчас посмотрим, что внутри. Сейчас. Ой, здесь печенечко. Сэндвич. Там сэндвич. Чипсы, салатик. Салатик с фруктов, водичка. Капуста. Короче, сейчас будем кушать. Всем приятного аппетита, кто нас смотрит. Итак, мы сейчас в городе Сиэтле. Сейчас очень тепло, несмотря на то, что я в свитере одет. Ребята приехали Social Security оформлять. Это аналог нашего идентификационного кода, который дает право тебе работать, платить налоги официально. Слава богу, выспались. Уже хорошо. Уже такая немножко расслабленность какая-то. Но сегодня мы в 4 утра вылетаем на самолете. Самолет у нас маленький будет, 20-местный. Мы летим из Сиэтла, аэропорта Сиэтла в Анкоридж, девочка нам наша сказала. В Анкоридже заправляемся, не выходя из самолета. Потом летим дальше в Эгигик. Аляска ждет. Очень много полных людей. Здесь люди в Америке не скупятся на улыбки, хоть это и не искренне, но это обязательный атрибут. Быть вежливым и улыбчивым. Цивилизованно американца, гражданин Америки. Машины, заметил, все чистейшие. Нет ни одной машины, которая была бы грязная в болоте. Может, тут какие-то законы. Мы решили покушать. Это я взял салат баффало. Порция гигантская, конечно. У голодного аппетит большой. И мозги плохо работают, когда голодный, а потом берешь и видишь это количество, офигеваешь. Так, и взял эти chicken fingers, так называемые наггетсы, наггетсы, наггетсы. Но наггетс размером, вот моя ладонь. Как с палец человеческий, да. Короче, дай бог все съесть. Это я взял не за деньги, нам выдали чеки специальные. $40, общая сумма чеков. Вот на эту сумму понабирал, это у меня вышло $30. И еще там всякие штучки, йогурты, кексики, водичка. So, bon appetit, everybody who is looking, who is watching this video. В общем, кто смотрит, всем приятного аппетита. Сейчас погодка очень тепленькая. Мы были возле аэропорта градусов, не знаю, 15, наверное, было всего сейчас. Градусов, не знаю, до 20, тут в даунтауне прогрелось. До центра где-то ехать полчаса.
точки. Галлюциноген, это не гейская музыка. А, да. Или хотя бы. Да, это такое психоделическое психодел. Цветочки. Так, а сколько цветочки стоят? Давайте посмотрим. Тут на базарчике есть цветочки. Так, букетик $20. 20 баксов букет. 600 гривен. Ой, это чаечка такая даже. И она не боится людей. Ой, сейчас она подойдет ко мне и съест. Чайка, иди сюда. Чайка, привет. Чаечка. Ко-ко. Еды хочет, надо покушать, да, что-то. Вдалеке горы виднеются. Пейзажи очень красивые. И вот за счет того, что солнце и тучки, такой контраст красивый. Но тут есть, да, и плохая сторона. Вот и обратная сторона Америки. Вот под мостом люди живут. Идем по такой улице. Висят такие красивые элементы, я не знаю, они, мне кажется, никакой функции полезной не несут, но очень красиво украшают здание. И, ну, чтобы здание просто серым не казалось, его так украсили такими вертикальными пластиночками. Такая фишка в Сиэтле, я думаю, во многих городах Америки, тоже Европы, но вот в Сиэтле я заметил, есть вот такие вот тоже велосипеды, они на электротяге, их можно на прокат брать. Кинул где хочешь, они блокируются автоматически, работает как система, закачиваешь application, приложение специально на телефон, закидываешь денежку на свой аккаунт. И вот этот Lime Bike, да, в application у тебя будет денежка, потом берешь, подходишь к нему, наверное, я так понимаю, наводишь на QR-код, и он как-то разблокируется, и ты едешь, у тебя, и денежка снимается с счета. Потом надоело, выкинул его где-то. Стоит не знаю сколько. Tickets. Так, будем покупать билеты, знаете, куда сейчас? На колесо обозрения, на чертово колесо. $14. Не, подожди. Great Wheel Wings over Washington. А, это полетать на Вашингтон. Так, надо уточнить, что такое Wings over Washington and the Seattle Great Wheel. Great Wheel, понятно. Что за полет? $17. $3 переплачиваешь и полет. Тихо конем! Так, мы сейчас покупаем билетики. Вот я узнал, что такое Seattle Great Wheel. Это обзорное колесо, а Wings of Washington это типа 3D реальность. Короче, цена $14. Но если хочешь быть вместе, вот мы троем. Если вы хотите быть вместе в кабинке, то извините, вынь да положь. Сколько? 16, что-то я не понимаю. А, 16, 11. Итак, посадочные дали.
Нет, все правильно. Цена $14. Это без таксы. Так, вот здесь вот начинается наша линия. Hi. Так, идем на очередь. Ну, очередь, в принципе, небольшая. Как обычно, заходим в лабиринты, как это принято в цивилизованном мире. А не толпой, как у нас. Эх, кто крайний! Мужик с этим, с анализами идет в руках, видишь? Анализы в руках. Ну, испугались люди. Втроем причем. А он еще хочет. А, лукашня американская.